Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома 29 на улице Сергея Лазо. На детской площадке уже установлено детское игровое оборудование и спортивный комплекс. Приступили к укладке резинового покрытия, которое будет выполнено в двух цветах. Также уже установили 4 опоры освещения с двухрожковыми светильниками. Они подключены и готовы к запуску. Параллельно с этим в рамках федерального проекта выполняются работы по расширению проезда и обновлению тротуаров вдоль проезжей части. В настоящее время подрядной организации уложено основание под асфальтирование проезда, парковочных карманов и выходов из подъездов. Раньше здесь ничего практически не было. Здесь была площадка, которая была построена лет 12 назад. Потом нам ее чуть-чуть обновили. Нам пришлось, конечно, потрудиться, привлечь даже супруга. Мы, конечно, замеряли все, полностью рисовали, что здесь будет, полностью придумывали, полностью делали смету. Ну, собирали материалы, соответственно, предоставили в администрацию Красноглинского района, которая тоже как бы приняла участие. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в этом дворе расширили и парковочные места, чтобы машины больше не занимали внутриквартальные проезды и не заезжали на тротуары. Каждый житель, можно сказать, этого дома имеет автотранспорт. И хотя двор небольшой, но, в общем-то, с этим сейчас мы справились. Сделали это благоустройство и надеемся, что это будет полезно для всех жителей этого дома. Жители дома активно участвуют в процессе благоустройства двора и после его обновления планируют установить видеонаблюдение, чтобы каждый жилец мог следить за поддержанием порядка. Мы со всеми общаемся, со всеми дружим, согласовываем все наши действия. Пока проблем никаких нет, жалоб пока еще не было. Когда какие-то гарантийные случаи, оперативно выходим и устраняем. В Самаре в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды благоустраивают 47 дворов. Из них 5 комплексно преображаются в Красноглинском районе по адресам: Сергея Лазо 29, 17 и 17А, Коптевская 5, Зеленая 7, 9, 10 и Симферопольская 2. Дворовые проезды, тротуары, парковочные карманы до конца сезона благоустройства обновят еще в 20 дворах района. По содействию. Это выполняются 2 двора, которые сейчас уже контракт заключен. Это Красноглинское шоссе 1, будет выполнена спортивная площадка. Золотухина 42 в крутых ключах. Там амфитеатр с площадкой из плитки и там такая сцена, плюс лавочки и клумбы. И еще планируется собачья площадка на Кузнецово. Работы по благоустройству детских площадок в поселке Управленческий завершат до 31 августа. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.